Здравствуйте, уважаемые слушатели! Тема нашей первой лекции – предмет, метод и система криминалистики. Данная тема рассматривает следующие вопросы. Это введение в науку, система курса криминалистики, криминалистическая техника, криминалистическая тактика и криминалистическая методика. Криминалистика – это прикладная юридическая наука, разрабатывающая систему специальных приемов, методов и средств собирания, фиксации, исследования и использования судебных доказательств. Система же криминалистики состоит из четырех модулей. Это введение в науку, то есть методологические основы криминалистики, криминалистическая техника, криминалистическая тактика и методика расследования отдельных видов преступлений. Во введении в науку криминалистики рассматривается предмет, методология и система криминалистики. Как раздел криминалистики, криминалистическая техника представляет собой систему научных положений, а также соответствующих им технических средств и методов, применяемых при расследовании преступлений. Непосредственными целями их применения являются точная фиксация хода и результатов следственных действий, собирание, осмотр и исследование вещественных доказательств, регистрация объектов криминалистических учетов, а также задержание и опознание лиц, совершивших преступление. Данный модуль сгруппирован в отдельные блоки, которыми являются это судебное почерковедение, технико-криминалистическое исследование документов, габитоскопия, трассология, судебная баллистика, криминалистическая одорология и криминалистический учет. Под криминалистической тактикой понимается система научных положений и рекомендаций по применению при расследовании тактических приемов. В модуле криминалистической тактики наиболее значительное место занимают положения о применении тактических методов при производстве следственных действий. То есть это у нас осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент, выемка, допрос, проверка показаний на месте происшествия, предъявление для опознания, а также подготовка и назначение судебной экспертизы. Раздел методики расследования преступлений начинается с общих положений, касающихся методики вообще, независимо от вида расследуемых преступлений. Далее излагаются частные методы, ориентированные на расследование отдельных видов преступлений. То есть это у нас методика расследования убийств, методика расследования преступлений против собственности, методика расследования преступлений таких, как дорожно-транспортные происшествия, методика расследования половых преступлений и так далее. На этом все. Спасибо за внимание.